Добрый день, друзья! Приветствую вас в городе курорте Анапа. Мы сейчас с вами по улице Крымской. Доедем до улицы Крестьянской. Едем вообще в гипермаркет, посмотрим, как у нас движение. Это было сейчас пересечение с Краснодарской. С левой стороны у нас движение только для автобусов. А здесь вот вот как. Все нормально. Честно, вот 2 часа 18 минут и не сильно так уж и много автомобилей. Кстати, что тут написано? Крымская 150. Интересно, вернется или нет военкомат? Администрация место. Муниципального образования город-курорт Анапа. Корпус номер 2. То есть у них две администрации? Не знаю точно. Говорили, что унесут. Просто на перекрестке там кому-то что-то машут, кричат, куда ехать непонятно. О, ужас. Лоб в лоб. Просто что происходит? Это Анапа. Людей, кстати, обычно здесь побольше, но сейчас вот все уже, наверное, по столам куда-то разбежались, идут либо с моря, либо просто на прогулочке. Это пересечение с улицей Гребенской, да. Все это уже быстрее меня улица знает, уже точно. Я уже тут местная. Тут местная, прямо на этой улице. Памятное изображение. Отлично. Так. Здесь мы только что видели, как пересекают сплошную линию, 76-й региончик, ничего не боятся. Странно все это, видите, тут везде все эти въезды, заезды закрашены, то есть пересекать ее нельзя. Хочет кратчайшим маршрутом, можно как-то заехать. Я вот честно не знаю, как по правилам, допустим, попасть к себе домой вот на парковку. Если кто-нибудь знает, напишите в комментариях, что интересно. А это никак, только пересекать автобусная полоса. Ну, сплошную точно нельзя, надо а по сплошная? Автобусной заехать дешевле. Нет, нет, она закрашена все. Сейчас маршрутки будут перестраиваться. Да, перестраиваться будут, они причем перестраиваться и будут еще поворачивать, пытаться влево. То есть это одна из жесточайших остановок. А мы подъезжаем на пересечение с красно-зеленых. Нам надо, чтобы этот автобус у нас остался сзади. Не красноармейский? Нет, это... ой, красноармейский. Господи, вот это да. Я местная. Я, походу, сходил на море, перегрелся, все, улицы пропадают в памяти. Нет, светофор, едем. Здесь стабилизация сработает более-менее на камере. Но не помню, я ее включал или отключал, точно не смогу сказать. Будем надеяться, что все будет хорошо. Просто очень сильно дергается стабилизация. Зелени побольше в этом году в Анапе. Сосны везде и клены. А то есть в прошлом году их не было? 2 года назад не было. Три года назад. Думаешь, это вот все выросло за 3 года? Нет, может быть, пересаживали, может быть. Не-не-не, все это все давно уже просто. Ну, вот с левой стороны вот эти елочки красавицы, они, конечно, были поменьше. Успеваем вообще 3, 2, 1 желтый. Мы спокойно проезжаем. Здесь красно-зеленый проезд. Здесь просто 40 км в час, быстрее ехать абсолютно не надо. Там мы проехали с левой стороны, вот Мир кино и рынок центральный. Сейчас вот улица Первомайская, пересечение у нас идет. Просто да, едет. Угу. Куда едет, непонятно. Вообще прям. Делали, да? Да, здесь православное, как оно, ВСК. Там делали страховку. Я реально уже все помню. Так, вот эта улица Пролетарская или та была? Нет, вот это Пролетарская. Это Пролетарская, та Первомайская. Все правильно. Что-то я все... Едем в сторону Восточного рынка, я так понимаю. Я затроил, так сказать. Наверное, надо немножко поспать. Мало сегодня выспались. Подготовка, плюс футбол, потом поездка в гипермаркет, Юра сонный немножечко. И пересечение с улицей Крестьянской. Выезжаем, нам автобус тут создал задел, да, нормально, пересечение, и мы полетели туда к Магниту. Кстати, немного машин, я думал, будем стоять в пробках, проскочили довольно-таки быстро, посмотрим, как будет дальше. Обычно у нас еще пробка вот на поворот к Восточному рынку. Он сейчас вот туда вправо будет, за остановочкой чуть подальше. Но мы видим, что сегодня и здесь машин не так уж и много. Кажется, туда нас у всех сухого большой трещина. Да, ну вот видно там указатель с правой стороны. Ну вот, накаркал. Там пешеходный переход просто пропускают. И машины туда уже. Угу. Да, видели, как исполнил маршрутчик через сплошную, тоже неплохо. В общем,
Я не знаю, может, у вас в городах тоже так есть. У нас, особенно летом, движение очень злое. Причем, смотрите, что он исполнил прямо перед ДПС. То есть стоит ДПС на перекрестке, он через сплошную, через, получается, пешеходный переход сделал такое вот исполнение подреза. Восьмая туда, кстати, идет на Восточный рынок, мимо. Они, да, 128-я сейчас ходит через одну и ходит туда вправо одна. Одна ходит до автовокзала. Говорят, что просто побольше людей успевать возить из Анапы. Ну, тем не-не, вот мы видим ЖК раз, два, три. Впереди там, по-моему, вот это времена года называется с правой стороны. Я уж честно, столько их строят, каждый пытается дать свое название. Как именные ЖК, потом будет говорить, рассказывать, я живу там, то есть где он живет, там непонятно. А еще потом они начнут совпадать. То есть там Гаргипия морская, Гаргипия литер 1, 2, 3. Очень интересно. Просто микрорайончик, там номер и все. Ну и мы заезжаем на парковочку гипермаркета Магнит и видим, что здесь свободных мест практически нет. Ну, по крайней мере, я так думаю, что найти будет сложновато для парковочки. Все заставлено. В общем, сезон пошел. Друзья, спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующем видеосюжете. Пока-пока.